Так, ну чё, пошли, короче. Там у нас дирижабль летит. Давай обойдем его, точнее. Здоровая точка довольно-таки, блядь. Сейчас найдем, где можно забегнуть. Тут можно, короче, через мотоцикл ебашу. Все. И можно еще бомбочку сделать и ебать, короче. Вот это вот центральная хуйня. Молодец, Брэди, это идеальное место. Я привела Голиафа. Встреться со мной в гараже, я все подготовлю для освобождения Уокера. А что у нас там доступна теперь точка-то, не? Не. Нихуя. Да почему? Ну и чё? Не слоняйся без дела, Брэди. Итак, народ, давайте зачистим территорию. Проверьте все, что мы можем использовать. А мне нужно установить зону покрытия для Голиафа. Клянусь, теперь я провожу за клавиатурой больше времени, чем до этой блядской войны. И... готово. Теперь у нашего Голиафа полная зона покрытия в этом районе. Ха. Это должно немного уравнять наши шансы, когда мы ворвемся во Дворец Независимости. Хорошо. Начинаем вторую фазу. Итак, чучхи используют летающие дроны, чтобы патрулировать красные зоны. Мы называем их дастерами, потому что они распыляют газ. Охуенно злая штука. Чтобы не сражаться с дастерами во время штурма Дворца Независимости, нужно уничтожить все пусковые установки. А во, пусковые установки там сфоткать, ёпта. Я думаю, что они хорошо охраняются, но я не прошу тебя идти одному. Я поведу Голиафа и буду тебя прикрывать. Хороший способ проверить все системы, только будь с ним поосторожнее. Че? Ладно, я шлю на твой телефон координаты пусковых установок и подключаю Голиафа. Давай уже закругляться. Теперь Голиаф управляется сигналами с твоей мобилой. Я отвечаю за турель. Ну, все готово. Давай разнесемся к чертям. Брэди, они здесь! Прикончи этих сыкливых снайперов, но не подставляйся! Каких снайперов? У меня вон задание хуево тьма. Чем ближе ты к Голиафу, тем безопаснее. В теории. В
теории, да, а практики. Хорошо, одна здесь, на свалке. Уничтожим ее. Давай создадим. Так, мне надо сфоткать. Пойдем вон до которой 160 странно, метров. Странно, в системе был небольшой сбой. Впрочем, кажется, все работает. Бредди, куда ты? Вон, к следующей, нахуй. Охуя еще, блядь. Блядь, просто пхой, чуваки, не обращайте внимания. Да я, блядь, скоро должен, в принципе, пройти эту ебаную игру, блядь. Давай вот это задание, блядь, сделаем. Все, нахуй. А чё там ещё за создание осталось? Чучки убили их! Кого их-то? Две работы остались. Работа Мур. У штурмовиков есть... Да, вторая. Всё. Чё ты, блядь, застрял, что ли, блядь? А чё, есть какой-нибудь схрон? Прости, я на секунду потеряла управление. Мы готовы. Вон, да, той 200 метров. Блядь, чё, не залезет? А? Ты вражеский, да? Да, блядь, ну лезь ты куда-нибудь, ёбаный, блядь. Бредди, хватит, вернись. Дойду я. О, вот здесь это есть, схрон. Где-то выше эту петарду взрывает. Все это так изобретательно и прекрасно. У нашего города долгая и славная... Бля, одна ракета только осталась, бля. У нас играют все, от фолка до джаза. И в этой музыке дух Филадельфии. Ну вот, до этой 100 метров с чем-то. Многое забрали у нас. Но мы... Следующая на парковке у этого склада. Что, думал, он не догонит? Все. Меня не задави, бля. Я в смысле он не помер нахуй. Живые легенды. Горишь уже, бля. Что-то не так, Бредди. Турель не реагирует. Мне нужно вернуться и поковыряться в этой штуке. Иди без меня, я не хочу рисковать. Вдруг да подожди, занят я, ёбаный в рот. Набросится на тебя. Ща. Все, последнее осталось. Да еще создадим.
Брэди, это Хэзер. Возвращение. Пока без подробностей, но все плохо. Почему? А когда хорошо будет? Сейчас на паузу поставь, меня зовут. Так, ну что, продолжаем, пошли. Идти довольно далеко. Так, а что у нас там по этой задаче? Где эта хуйня-то, блядь? А, депо уже можно захватить. Да ладно, давай до депо дойдем тогда, но все равно по пути. Все, блядь. Все точки, по сути, захвачены. Пошел нахуй. Когда-то мы хранили в депо ломбарда боеприпасы и снаряжение. Они были в закрытом контейнере, когда КНА опустила газ. Поэтому с ними ничего не должно было случиться. Сходи туда и узнай, что там делается. А, ну на мотоцикле придется. Он у нас тут остался, да? Хуяк пропал, а где? А, он, наверное, там у нас внутри, блядь. Не, он пропал куда-то, надо мотоцикл искать. А где ж он есть-то? Давай посмотрим по карте. Вот здесь мотоцикл есть. Так, где-то здесь вагоны. Что, где-то под землей, что ли? Да что к тебе, блядь? А, вот. Ну-ка. Еще подожди. Чё, блядь? Что? Что это было? Ха. Смешно. Пошёл нахуй. Что это было? Хуйня какая-то, видел, блядь? Что? Ну это хостинг дирижабль, ебать, ура. А, с этой стороны мотоциклет. Ну нету нихуя тут, блядь. И того нету по-любому, пропал, прикинь. Блядь. Это плохо. Да. Это мощно, это мощно. Придется за этим тогда идти, блядь. Все через жопу, блядь. Бля. Я ебу, блядь, пиздец какой-то, на. Так, давай меточку ставим. Да нахуй ты слез-то, блядь.
главное, чтобы они опять мне не встретились, а то сейчас опять каким-то случайным образом помру, блядь. Охуенно просто, блядь. Там еще и закрыто, блядь. Кто там? Что там? Что тебе надо? Иди нахуй от меня, робот ебучий, блядь. Все, открывай. Тише, братва, вы чё? Вы чё, ебать, охуели, что ли? Ты нахуй, ты этот светишь на меня, блядь? Падла, блядь. Всё, дверь открыта, можно заезжать. Сейчас все будет. Все. Все. Заебок. Так, и больше у нас ничего больше нет, да? Да, все захватили. Прическу бы точно не оценила. Я чувствую, что мое время на исходе. $7000 вообще нехуй покупать. А не пойти нахуй. Давайте мотоциклет. А чё не берется? О. Надо стрельнуть по нему, чтобы можно снова было завести, блядь. Наконец-то я сейчас пройду эту загазованную зону, он меня уже заебало нахуй. Где вход? Нам нужны такие такси. Все в порядке, пропусти. Ты охуел, что меня не пропускать? Голиаф полностью отключен. Я даже диагностику не могу провести, чтобы понять его состояние. Тот, кто сделал это, точно знал, как вывести его из строя. Я даже не знаю, с чего начать его восстановление. Уайли удалось раздобыть схемы, которые могли бы мне помочь. Но он увидел патруль, и ему пришлось спрятать их. Они нужны мне. Место, откуда он в последний раз выходил на связь, отмечено на карте. Ты не сходишь туда, Брэди? Без этих схем я ни за что не смогу его починить. Пойду схожу, а чё? Да съебись ты нахуй, хули чего ты... Чего же начать? Уйди нахуй отсюда, блядь, куда? Стоит, стопит, блядь. Кусок навоза, нахуй. Где дырочка, нахуй?
пешком дойду, нахуй. Чё тут этих перебить меня? Любишь шкварки, блядь. Где еще не жмурик? Так, а что? Все. А что тут надо найти-то? Ты кто? А как насчет потолка? А как насчет залезть туда? А, вот. Как туда залезть-то, блядь? Потолок этот ебаный, блядь. Как-то сюда я залез, да? Интересно. Что это? Кого это залутать? Что это, баба, что ли? А, правда. И бабы, а ну да, в принципе, Северная Корея и бабы тоже вооруженные силы. И я забыл. Так, а что делать-то? Куда, блядь, щемать, что делать? Что ты, ёптвою мать, не залезаешь, блядь, мудак ёбаный. Как на крышу попасть, блядь? Ой, блядь, я пьяный, нихуя не варит башка, блядь. Что делать, ёптвою мать? Что делать, чуваки, я не знаю. Но она говорит, на потолке посмотри, как на потолок залезть? Уже ебанутый, не может туда прыгнуть, да. Блять, а ну-ка. Ну он же тут залез, не? Как залез, сука? Ой, бля. Почему по этим плитам битым он не хочет залазить? Чё ему мешает, блядь?
Я хуею, бля, когда я пройду эту игру? Ну тут еще какие-то, кстати, DLC есть. Придется еще DLC проходить. Вот пиздец какой-то. Ёбаный в рот, чтоб я хуел. Ну и что? Ты не хочешь здесь зацепиться, да? Я хуею. А что тогда делай? Ну он внизу показывает то, что тут есть внизу, типа вот тут. Может я тупой, блядь, и мне надо тут искать, да? Да не. Показывай, что здесь внутри. А что здесь внутри-то? Нихуя нету, блядь. Блядь. Я ебал просто, пиздец. Что за хуйня? Блин, ну вот сюда, в принципе, можно попасть. Вот как-то вот здесь, а через эту хуй его знает, да? Ну как вот? Может трамплин какой-то есть на мотоцикле, может заехать можно. Не. Тут же вот залезть-то можно, вон видно, блядь. Вот нахуй ты спрыгнул, долбоёб, блядь. Вот здесь залезает почему-то, там... Там не залезает. А-а-а. Блядь, ну он, видишь, нихуя не хочет залезать, подожди. А почему? Получается, чё? Блять! Сука, нихуя не пойму. Блять! Блядство какое-то. Да ну нахуй. Что он летает, заебал? Не, не хочет дверь залезать. Наотрез отказывается. Я не знаю, пацаны, что здесь надо делать, блядь. Вообще без понятия, нахуй. Блять, что ж делать-то, ёб твою мать, что это такое, блядь? Ищи на потолке, ну вот что-то. Есть. А, и это? Фотографирую их, чтобы я могла скачать их с твоего телефона. Сейчас, подожди, мать. Все, да? Молодец, Брэди, я получаю схемы. По крайней мере, сейчас у меня есть шанс. Пэриш созывает экстренное совещание и хочет, чтобы ты пришел. Я отмечу место на карте и советую поспешить, пока он не разозлился. До встречи. Кто? На мне похуй, ёб.
Где он живет-то? Где войти-то, блядь, в ваш дом, ёбаный? А, вот. Эй, Брэди, у нас проблема. Голиафа испортили. У нас крыса. Это он? Или ты? Все бесишься из-за клиник? Решил лучше с чучхами, чем с нами, да? Я даже отвечать не стану. Я могу заставить. Да, ну хорош, не бесись. Мы не станем ругаться. Кроуфорд, слышал что-нибудь? Есть идеи, кто предатель? Агента такого уровня вела бы тайная полиция. У них нету ничего. Ты предал нас. А может, обвинишь Джека? А может, это ты? У тебя всегда были свои цели. Ладно, ладно. Я не спец, но и так вижу. Будь он среди нас, мы были бы мертвы. Это кто-то незначительный, на низовом уровне. Мы его поймаем, а пока сосредоточимся на деле. То есть можно починить Голиафа? Хезер с инженерами пытаются, но... Вовремя мы не успеем. Нет, забудь о Уокере. Устроим допрос и найдем блядского предателя. Нет, нет, нет. Уокер наша цель. Сколько еще повторять? Он нужен. Революция — это он. Просто мы придумаем новый план. Значит, все по-прежнему. Дворец закован в сталь, но у тебя нет Голиафа, чтобы прорваться. Может, есть задняя дверь? Я не знаю. Застанем их врасплох. У меня есть идея. Давай. Вероятно, это глупо. Глупо? Ну и что? В общем, помните, в Троянской войне греки не могли взять Трою и придумали использовать Кроуфорд, деревянного Кроуфорд, коня. История для тех, у кого есть время. Что за план? Власти все еще ищут Брэди. Им нужны его показания на суде. Я мог бы симулировать его поимку и отдать его им. Да уж, охрененная идея. И спасай двоих вместо одного. Решил дать чучка фору? До суда Брэди будут держать в камере во дворце. Вы найдете способ освободить его из камеры, а он со своим талантом расчистит путь для ударной группы. Я хотел бы услышать план, а это вроде как самоубийство. Конечно, риск есть. У кого-нибудь есть идеи получше? Его наградят за поимку Брэди. Чем ты выше, тем полезнее. Попытаться стоит. Эй, мэр будет на суде? Симпсон? Думаю, да. Он не пропустит такую возможность. Я в деле. Брэди может это сделать, так что у нас есть шанс. Нужно делать быстро, если делать. Ты в деле? В деле. Ты идешь на смерть, Итан. Одумайся. Док, Брэди все знает. Если выйдет, нас ничто не остановит. Со мной Брэди будет в безопасности. Все будет хорошо. Ладно, а мы придумаем, как тебя вытащить из камеры. Не волнуйся, мы тебя не бросим, Брэди. Ты важен нам. И я ценю то, что ты делаешь. У тебя есть яйца. Ладно, иди с Кроуфордом. До встречи у Дворца Независимости. После тебя. Подъем! Ну, скотина, сейчас ты за все заплатишь. Эй, нас зовут. Пойдем. Что, давай продолжим серию, чуваки?